Восковые кварцы – это кварцы с включением волокон асбеста и крокодилита различного цвета шелковистой переливчатости. Этот блеск усиливается при обработке камня кабошоном. В этом случае на камне появляется резкая светлая линия или дугообразное сияние, напоминающее зрачок глаза животного или хищной птицы. Восковые кварцы были привезены индусами и получили широкое распространение. Эти камни называют оберегами. Но восковые кварцы очень капризны и далеко не всем служат в качестве защитников. Эти минералы служат только достойным, владеющим собой. Людям раздвоенным, не справляющимся с собой, лучше восковые камни не носить, они просто не будут действовать. Восковые кварцы связаны не со знаками зодиака, а с крестами зодиака. Допустим, соколиный глаз называют синий и серо-синий кварц. Цвет его обусловлен присутствием крокодилита. Соколиный глаз связан с людьми кардинального креста. Овен, весы, рак, козерог. Его задача – максимальное очищение и противодействие астральным нападениям. Камень хранит от врагов, он полезен людям, работающим с компьютером, любителям телеэкрана, так как снимает усталость глаз. Хорошо воздействует соколиный глаз на сердце, кости, легкие, нервы и лимфатическую систему. Место рождения соколиного глаза известно в ЮАР и в Австралии.